Подходит к концу первый осенний месяц. Его финал украсило несколько дней бабьего лета. И на волне этого подарка природы хорошо бы его дополнить походом в интересное место. Таким интересным местом обещает стать частная филармония «Триумф». У нас есть все основания это утверждать, поскольку 27 сентября здесь состоится концерт Алены Уутай. Выступление певицы из Якутии, путешествие в удивительный мир северных легенд, древних сказаний и обрядовой музыки. Уникальный способ прикоснуться к древним энергиям. Вы отправитесь в магическое турне и получите заряд положительных эмоций на долгое время. Алена Уутай – признанный во всем мире этномузыкант, мастер горлового пения, певица, композитор, автор неошаманских практик. Она удостоена звания «Легенда этномузыки». В афише киноцентра «Премьер» свежий фильм от создателя «Бегущего по лезвию» – фильм «Дюна». Наследник знаменитого дома отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется «Меланж». Он многократно усиливает способности человека, но враждебный мир планеты приготовил для главного героя множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным. Если вам хочется выбраться из бетонного мешка города и отправиться навстречу природе, лучше всего провести субботу в Березовском муниципальном округе. Здесь в рамках фестиваля 59-го региона проходит праздник поля. Нам обещают увлекательное культурное мероприятие, где можно отдохнуть всей семьей на свежем воздухе, поучаствовать в празднике, увидеть, познакомиться и приобщиться к особенностям сельского хозяйства. А заодно проявить свои творческие способности, принять участие в веселой сельской эстафете, сельскохозяйственной ярмарке, лотерее, различных мастер-классах, а также стать дегустатором конкурса «Караваев». Свое воскресенье предлагаем разнообразить семейным походом в Пермскую филармонию. В афише «Уральские сказы Бажова» от оркестра русских народных инструментов. В программе концерта прозвучат «Богатырева рукавица», «Хозяйка медной горы» и «Малахитовая шкатулка». В музыкальном оформлении будут использованы произведения советских композиторов Исаака Дунаевского и Григория Фрида, современных российских авторов Вадима Бибергана, Константина Шаханова и других. Для многих из нас родной город остается одним из самых закрытых мест. Открыть глаза так, чтобы он заговорил с нами на знакомом языке и поделился тайнами, берутся пермские экскурсоводы. Сегодня существует бесконечное количество предложений от профессионалов и любителей бесплатно или за небольшую плату совершить коллективный просветительский променад. Одна из самых любопытных экскурсий разработана Павлом Ширинкиным, заведующим кафедрой социально-культурных технологий и туризма Классического университета. В его программе «Пермь. Мистическая. Загадки, тайны, легенды, байки и просто выдумки, которые будоражат умы горожан и гостей Перми». В структуре маршрута, истории Ягошихинского лога и кладбища, байки разгуляя, рассказы о подземных ходах и старинных штольнях, мистика улицы, сибирское привидение кикиморы, таинственные явления. И просто множество известных и забытых, и даже смешных фактов о центральной части нашего города. Не упускайте возможности провести свое свободное время увлекательно, иначе будни нам этого не простят.